Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено боксу без вложений ClicksGain. Я сегодня хочу проверить этот бокс на вывод, друзья. Значит, здесь все делается через почту. Я в прошлом видео вам показывала, как. Значит, объясняла. Минимальный вывод на Faucet Hub 1 цент. А на Perfect Money от 2 долларов. Значит, мне приходит письмо на почту. Вот мне сегодня пришло 3 рекламки. 1, 2, 3. Я их просмотрела. Нажимаю вот на ссылочку. Меня перебрасывает на страничку. Вот здесь идет отсчет таймера. Как бы нажимаю потом close. Это не, ну, не удаляется, как бы. Но вот здесь вот пишут, что нам идет зачет, как бы, на баланс. И вот у меня 3 рекламки просмотрено. 2-я и вот это вот 3-я. Я все просмотрела. Далее что, друзья? Прежде чем выводить, нужно перейти вот сюда в сеттинг. И вот здесь Payment. Прописать платежные реквизиты. Я все прописала и Perfect Money, и биткоин адрес, привязанный к микрокошельку Faucet Hub. Далее вам придет на почту письмо. Здесь все делается, друзья, через почту. Придет письмо, как вы пропишете, нажмете, вы сюда пропишете, сюда нажмете на синенькую вкладочку. Вам придет письмо, вставите цифровой код, скопируете и опять нажмете на синюю вкладочку. Так, секундочку, реклама. Так, далее что? Возвращаюсь. И буду выводить, проверять на вывод 4 цента этих. Значит, нажимаю Виндраф. Значит, выбираю платеж. Вот видите, в Perfect Money минимум на вывод 2 доллара. Я выбираю Faucet Hub. На Faucet Hub от 1 цента. У меня 4 цента. Платежный, как бы вот здесь у меня прописано. Сюда я вставляю сумму, сколько у меня. 0.043 поставлю. 0.43, как там выведется. Сюда вставляю пин-код и потом я продолжу. Нажму на синюю вкладочку. И вот у меня зелененьким загорелось, что вывод произведен. Нажимаю суммари. Значит, так. Почему-то у меня на балансе опять остались денежки. Странно. Так. Тук-тук-тук. Идем обратно в Виндраф. Где этот Виндраф? History. Ничего у меня не отобразилось. Секундочку. Значит, не так я поставила на вывод. Я поставила потом по новой, как бы. Нам, оказывается, при выводе, что нужно делать? Мы вставляем сумму, да, вот у меня в данном случае 4 цента я поставила. Вставляем пин-код, после чего опускаетесь чуть ниже, у вас появляется как бы вот такая вкладочка. Вам на почту приходит письмо с цифровым пин-кодом. Вы этот идете на почту, копируете это письмо. Ой, письмо, говорю, этот код. Вставляете в графу и опять нажимаете на синюю вкладочку. И денежка выводится. Значит, ну что, смотрите, вот я вывела выплата 4 цента. Идем на Faucet Hub теперь и проверяем вывод. Так, опускаюсь ниже. Здесь у меня ничего нет. Так, перезагрузить. И, пожалуйста, вот ClicksGain. 388 биткоин сатошиков прибыло. Ну, согласитесь, неплохо. Да? Биткоин сатошиков. Так, теперь, друзья,
поэтому разобрались. Теперь я хочу, ну, по боксу, как бы, у меня более подробная информация, все есть в предыдущем видео. Я хотела лишь проверить этот бокс на вывод. Все суперски, не забываем. Я сама забываю про эту почту, что этот бокс работает. Я впервые в таком боксе участвую, как бы. Вот. И забываю про эту почту, что там все время пин-коды эти приходят одноразовые. Ну да ладно. Теперь я хочу показать, как мне задают многие вопросы. Как бы сегодня девушка, что очень трудно обменять биткоин на догикоин. Как я уже говорила в одном из видео, что я всю монетку меняю свою на биткоин. Потом я покупаю Dogecoin. Но кроме трона. Трон мне нужен. Как бы. И я, у меня есть немножечко вот тут 656 биткоин сатошиков. И я хочу показать, как это все делается. Ничего, друзья, сложного. И, во-первых, ничего покупать не надо. Никакие VIP-статусы, ничего. Просто смотрите, exchange. Вот, вверху. Нажимаем exchange. Так, это реклама появляется. Вот, опять exchange. Далее мы нажимаем bio. Покупать. И смотрите, я буду покупать доги. Все легко и просто, друзья. Вот это вот баланс. Мои биткоин-сатошики. Так. Не знаю, если вот получится вам показать, значит, я буду покупать доги. Выбираю Dogecoin. Вот видите, Dogecoin у меня. Здесь эта цена, сколько стоит Dogecoin. И вот я должна подогнать вот эту сумму, как бы, чтобы купить доги. Сколько мне можно купить, например. Ну, например, 20 Dogecoin'ов. И вот здесь, смотрите, вот у меня 656 биткоин-сатошиков, да? И вот это, а тотал всего, вот 20 я поставила сумму, это на 485 биткоинов. Я могу чуть-чуть побольше, да, купить, выходит. Сейчас попробуем подогнать 30. Ага, 30 мне уже никак. Значит, возьмем 25 долгов. Вот 606. Как бы биткоин сатошиков. Видите? Вот это моя сумма. Сюда я поставила. Вот здесь я выбрала Dogecoin. А вот здесь я поставила, подогнала сумму. Это тотал вам показывает, сколько это нужно. И далее я нажимаю bio. И вот видите, у меня зелененьким загорелось. Все, мой орден как бы размещен. Это я чисто для видео вам показываю. Друзья, ничего покупать не надо. И потом у вас здесь, когда купят, у вас здесь высветится зеленое окошечко, как при входе. Вот, все. Я купила. И у меня вот 50 сатошиков осталось. Больше ничего такого не надо. Когда у вас купят, ваши доги перейдут. Вот, у меня купили вот такое окошечко, у вас появится. Все, как видите. У меня купили, как бы, я купила как, вот Dogecoin. Все, вам показала в режиме онлайн, как это все делается. Друзья, ничего сложного. Возвращаюсь в дашборд. И вот у меня стало 27 Dogecoin'ов. Все легко и просто. Ну, надеюсь, моя информация была вам полезна. Буксом, кому интересно, друзья, пользуйтесь. Неплохой букс. Вот, надо обновить страничку. А, здесь уже все и так обнулено. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.